Всем здорово, ребят. Ну что, сегодня у нас очередной роллинг. Мы на аккаунте моего подписчика Алекса, и мы будем сегодня пробовать вытащить ему недостающих имба-героев. Он давно уже не может вытащить ничего толкового, где-то полгодика пишет. В общем, попробуем заролить как обычно. Так, что-то у нас мало света. Надо админ-панельку завести. Вот так вот. О, отлично. Так, что у нас интересного? Аккаунт, судя по всему, донатный. Сейчас мы это проверим. Может и нет. Интересно, 402К. Ну, шапки даже нету. Интересно. Поехали посмотрим, что по героям. Ребят, кто хочет заявки на роллинг, пишите в ВК, в телегу, заявки от 40К. Отвечаю, стараюсь всем. Попрошаю, как говорю, сразу блокирую, потому что уже задрали реально. Конкурсы, условия для всех одинаковые. Участвуйте, не участвуйте, дело лично каждого. В общем, донатных я вижу здесь Космо нету. Космо, Трифит, Оккультист, Землеройка, Свален, Махатма. Вот так вот. И Асурика нету. Огника нет. Ну, в принципе, наверное, очень умеренный донат. Так, окей. Находится он в гильдии Дебук. Кидайте заявочки, вступайте, писать в группу ВК, гильдия Дебук. Атака фортов 20.00, боссы 21.00. Поехали, смотрим, что у него тут вообще творится на аккаунте, и попробуем вытащить ему какую-то имбушку. Сущность мастера хватает. Но доната не так уж и много. Так, топовая Фрея, Ледяха хорош. Скину нету. Да, умеренный донат, ворожей. Ну, Фрэнки с оживой 9. Ну, не знаю, я бы не качал. Топчик. Хорош. Отлично. Выживание. Ну, пакт, ладно, выживание. Бессмысленно, я считаю, талантом качать еще и на девятку. Так. Топ. Ну, герои довольно-таки неплохие. Так, тыковка топовая. Лучше бы тыковки девяточку качну. Так, бигфутик хороший. Нормально пойдет. Почему бы и нет? Еще один лазуля с девятой, но видите, скина нет. Так, Дрейк. Грубая сила. Ну, не знаю, мне не очень она нравится. Эмблемой больше. Ну, кто как хочет. Маскировка. Ну, видите, нехватка. Нехватка скинов видна. Ну, восьмое исцеление. Жесть. Так, Афинка. Под архидемона героя заточены. Ну, в принципе, талантов. Ну, душек хорош, хорош. Я показывал этого душика, реально имбовый. Так, окей. Вроде как бы все, пошли допы. Такс. Хорошо. Так, с бесплаточки мы достали героя. Теперь поехали. Попробуем. Сердцеедка нам падает. Ну, начало вроде неплохое. Сразу же лего. РТшечка, Гаргул. Что-то последнее время, не знаю. Хранитель Варлок, Череп. Ой-ой-ой, нифига себе. Командора и Фрея, ну блин. Обалденные герои. Но у него они есть. Жесткие, такое начало жесткое. Считайте, там за 8К, блин, мы таких топовых героев вытащили. А дальше начался реально трэш. Влад Дракула. Ладно, будем делать по старой схеме. Старая схема ролла, ребят. Через рейды. Сейчас мы сольем. На следующем сольемся. Так, окей, поехали. Ниндзя.
Давайте по 150 попробуем. Ничего себе, по 150 пошла. Ну давай. Дракос. Короче, выбиваем лех по 150, ребят. Имка. Рыцарь. Бог грома. Да что это такое, блин? Они издеваются над нами. Королева Гарпий. Блин, или иллиент падает реально дофигища. Вот просто дофига лих падает, но... Сегодня то... Ну да, конечно, против Зефира, но тут однозначно у нас слив будет сейчас. Так, отлично. Медуза. Арташка, Дед Мороз, Суккуб. Опять Арташка. Да что это за фигня? Вот посмотрите, сколько лех падает. И все такое. Ну, там начало классное. Капитан Рогаточка. Ну, он есть опять Бог Грома. Ну, блин, да вы издеваетесь. Я не знаю, сколько лех, но лех реального дофигища. Дофигища мы легендарок вытащили. Но это нас не спасает все равно от того, что эти все герои здесь есть. Печально. Так, ну-ка, огненько ушатаете. Ай да красавчики. Зачем ему эти топовые герои, если он огненько шатает? Фух, блин, ну конечно, да. Махатма, Асура, Свален. Блин, вот реально, Свален, землеройка, сколько я ролю сейчас. И последний оккультист не падает. Роллингов 6. Просто тупо их нет. И причем нормально самых. Ебой! Вот так вот надо. Ну что, поздравляю. Хоть одну имбу, но это пока что одну имбу мы вытащили. Махатмочка, в принципе, обалденный герой. Правильно собрать, будет тащить. И в PvP локациях тоже очень поможет. Ну, поехали дальше. Ара. Триант. Давайте по 150. До имбы. Я так понял, что по 150 это не наш вариант. Надо только 450 жмакать. 450, 450. И бульдозер. Ну, что я могу сказать? Это русский сервер. И лучше всего, конечно. Ну, мы вытащили, конечно, классных героев на 40к. Они у него частично есть. Но хотя бы одного недостающего словили. В принципе, Махатма неплохой герой, но хотелось бы, конечно, космище вытащить. Но с его героями, я вам скажу, тоже грех жаловаться. Конечно, аккаунт немножко донатный. Но Махатмочка. Хоть что-то. Опять выживание. Посмотрите, как у него на аккаунте просто тупо на выживание падает. Я поставлю ей, но это не особо. А, корка. Это не особо ей зайдет. Наверное, уже у всех пятерки. Да, тут у всех пятерки. Что там у нас на русском сервере? На русском сервере, как обычно, бомжатские акции. Только выходных приходится ждать, и то раз в 2 недели, когда можно нормально подавать огников, которые ребята выиграли. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, ставьте лайки. Ну, хоть одну имбу мы вытащили. Что-то не прет последнее время на роллинге. Надо запускать админ панельку. В общем, ставим лайки, участвуем в конкурсах. Все как всегда, куча конкурсов, аккаунты и все дела, и призы.
еженеделька, все есть на стартовых страничках, поэтому не упустите свой шанс. Все, всем удачи, всем пока.